Йо, сегодня мы в игре Skinwalker, и здесь нужно выживать. И я уже слышу какие-то звуки. Ой. Вот тут кто-то шарится, вы слышите? А почему мы не рядом? Я не знаю, я а как найтись, слышала? Кстати? Ой, птички. Вот, я тоже что-то слышал. Непонятно. А вы видите значок магазина, кстати говоря, или нет? Не, у меня какая-то вышка здесь. А как музыку? И кто-то шелестит листвой. Так, ребята, вы видите вышку? Такую большую, красную. А, видимо, я не знаю, насколько она красная, она скорее ржавая. Ну нет, моя красная, ничего не знаю. Ладно, буду искать. Блин, я видел магаз, я думал, можно будет у магаза собраться, но магаз пропал. Огромный дом. Интересно. Так, я буду следовать тропинке. Так, я вижу, о. Я думаю, это хорошая идея. Что это такое? А как это, я не понимаю пока. Я зашла в дом один, мне сказали. Ребят. Плохие новости. Что? Мы все еще ничего не нашли, а сейчас начинается ночь. Я прямо в доме. Сейчас. Я буду тут жить. А зато у нас есть фонарь хотя бы. Ой, ребят. У нас фонарь есть. Нормально, нас спасет кто-нибудь. Кто нас спасет, Ульян? Мы. Вот это что такое красное? Ух ты! Охота начинается. Это у вас тоже написали? Да. Да, у нас тоже написали. Кстати, тут вороны меня пугают немного. У меня мышь пищит. Осторожно, тут эти медвежьи ловушки. Да? Да. Кошмар какой. Так, минутку, я вижу какую-то вышку. О, радиобашня. Минуточку. Ребят, а вы видите, тут такие лампы, как на дороге? Тихо. Нет. Мама, это было страшно. Так, кружочек 3, если что, ребят, запомните, потому что там лутецкий можно... забрать. Слушайте, а я здесь безопасности? Ничего не знаю, я сижу в доме и очень. Я нашла какую-то электростанцию. Господи, ребят, а меня кто-то убивает, меня убивает кто-то. В доме? В сейф-зоне? Да. Это не сейф-зона, это просто дом. Ребят, кто-то порычал на меня. Если что, я тоже встретила какого-то белого монстра, но он меня не тронул, я просто пробежала мимо него и все. Блин, мне стрёмно спускаться с этой вышки. Ребят, он там шарится, он или мне кажется? Прям мне. И я почти умерла. Я, короче, решила побегать. Я теперь просто бегу к каким-то фонарям. О, ошибочка, фонари. Мне кажется. Мама? Я тоже у фонарей. Мама, нет. Боже. Я надеюсь, я никого к тебе не приведу. Мне уже, в принципе, все равно. А у меня и так тут человек какой-то ходит, поэтому... Один куси, и я умерла. Так что, в принципе... О, ладно, стой, это ты, стой, кто-то остановитесь. Это я. О, Олан, это ты. Где вы нашлись? Нет, может, зря мы вместе ходим. Нас убьют. А может, и зря, кстати. Здесь какой-то белый чел. Да. Белый чел? Если что, Ульян, пусть меня убивает. Ага. Ну ладно. Какое самопожертвование. Но он какой-то, знаете, такой, будто бы его нарисовали не очень хорошо. Мама, кусты эти, блин. А ты ходишь где-то? Я решил пройтись, да. У нас компаса даже нет, мы не понимаем, в какую сторону мы идем. Возможно, нужно держаться фонарей. Или нет. Или нет. По крайней мере, светло с ними. Лан, ты только что пробежала мимо него, сквозь него. Да, я не видела никого, у меня не было. Значит, твой был персональный. Персональный? А, ладно. Ну, если что, я очень покоцанная, поэтому... А, он меня... Это Ульяна! Господи. Он меня убьет. Нет, я его забрала. Короче, я его забрала. Он со мной. Да. О боже, так, господи, куст. Мне очень страшно, ребят. О, он меня убил. Бошка Лана. Бошка Лана умерла. А я могу? А, ребят, так я снова жива. Тю. А. Ну, подумаешь. Я ж не знала, что мы бессмертные. Господи, боже мой. Ладно, я понял. Я понял, дядя, отстань. Не надо, пожалуйста, не нужно. Пока что мы встречали только его. Возможно, он здесь один просто ходит, нас пугает. Он отцепился или нет? Ой. Пожалуйста, стамина. Я вышку реген, нашла. Реген стамины. Какую вышку? Радиовышку? Красную. Или красную? Куда нельзя забраться, верно? Да. Я там тоже был, это самое начало мое. Ребят, 6 секундочек. Я хочу пожить, оно мне надо. Он за мной идет! Ты че, клоун? Все, дядя, бежим, магазин, побежали к магазину. Бегите в магазин. Что ты хочешь? Что такое? Дуралей. Ёша, бегим к магазину. Так а что? Ну, бегим, конечно, давай бегим. Но мне кажется, нам пока нечего там покупать. Ну, мы хотя бы друг друга найдем. Нам дали 50 кредитов. Вообще, да. 50 кредитов? Да. Подожди, тут что-то А мне дали 25, потому что я один раз умерла.
Ух ты. Что это, подожди. А что это было? Я что-то взял? Что-то полезное или нет? О, вижу. Я рядышком. Я. Мы все тут сейчас будем. Привет. О, здорово. Ульяна, ты где? Здорово. Я вот бегу. Ну, мне, кстати, перестало показывать эту иконку. Блин, ну беги в ту сторону. Так, аптечка, газировка, карта, ребят, карта, 50 кредитов. Ух ты. Медвежий спрей. Как будто бы карту надо взять. Давайте я куплю карту, а вы не берите карту. А что взять? Мне только 25. Так. И что, карта помогла тебе? Не особо, но вроде вот слева снизу вот это вот, это, по идее, шоп, может быть? А или нет? А что тут искрится? Нет, вот это шоп, справа сверху шоп. Смотри, Ёша, что-то искрится. Да, бери это, какой-то предметик. Так, то есть получается от дома на... Куда? Направо надо идти? Типа вот дом, да, от дома направо, туда получается, да? Давайте пойдем туда. А там где должна она? Быть... Мама! Господи! Ульяна, такой ты где? Такой гром был только что. Да я... У меня закончилась эта... Ну иконка все. Магазина. А ты в ту сторону Вы, видимо, не бежала? Так ты же просто и... в ту сторону могла бежать. Так я и бегу в эту сторону. Слишком долго просто. Я думаю, что Понял. Я пробежала куда-то. Ульяна, а ты какие-нибудь опознавательные там знаки видела хотя бы? Может, там какую-нибудь вышку или типа того? Ну да, которую я и раньше говорила. Ну, такая, будто бы похожа на водонапорную больше. Ёж, куда не пойдем? Знаю, какая из них больше похожа на водонапорную. Смотри, видишь? Тебе видно? Да, видно. Я, если что, ушла уже с этой, ну... А, ты уже не идешь туда? Да. А радиобашня? Так, радиобашня. Да, я там был. Пойдем туда, это кажется. Это сторону, то, да? Что... блин, ну как? Ну ты, получается, направо, да? Потом налево. А, у тебя есть карта. Ну, давай аккуратненько. У меня карта-то есть, но она неправильная. А еще у меня вопрос. Если здесь капканы, то здесь медведи водятся, правильно? Я думаю, он медведь. И это нас на капканы... ловит. Хм. Ну, он выглядит так, что вполне может попасться в капкан. Ну, в плане, чего и нет. Ну да. Ноги у него есть. В целом, да. Все, что нужно для того, чтобы попасться в капкан, это ноги. Ноги. И он не призрак. А вот там что-то такое. Звуки какие-то страшные. Капец. Слушайте, только что бомбанула молния. Да, у нас тоже. Интересно, сможет нас тюкнуть? Нет, ну, возможно, по ней мы можем найти друг друга. Слушай, кто это? Я не знаю. Смотри, кто это? Красный огонек. Он пропал! Нет, ты видела, он пропал? Это что? Ёша, тут капкан и девочка! Где? О, девочка. Может быть, это я? Нет. Вот тут была девочка, очень много капканов, осторожно. О, кто идет? Это какой-то... Это не мы, Лана, это не мы, Ульяна. Это не Лана, это... Как это зовут? Ну, это Лана, но не Лана. Симптом, как бекончик почти. О, Power Station. Квадратик 6, кружочек 3. Ага. Запоминаете? А в доме я не видела. Так, Ульяна, запоминай квадратик 6. Лан, ты запоминай кружочек 3. Да, я запомнила. Договорились? Если что, идите туда, куда шла фейковая Лана. Нет, она появилась у нас не там. Блин, ну ладно. Так, минуточку. Подстанция. Что это? Ёши. Что это за звук был? Ну, кто-то ходит. Господи. Нам надо прямо от нее, а потом куда, блин? Нифига не вижу. Очень страшно вдобавок. Очень страшно. Это что еще такое? Это что такое светится? Фонарь. Так, вот еще одна такая штука. Короче, сюда, да, давайте, наверное. Пойдемте сюда. С тобой на вы уже, ты поняла? Ага, пойдемте, уважаемый Сусанин. Сейчас как придем куда-то. О, 7 секунд осталось, подождите, так все хорошо. Да, мы выживем. Так, развилка. Ну, пока что как-то легко будет. Вау, красота. Развилка, так, минутку, развилка. Направо и... А, вот сейчас мы придем к грузу. Сейчас придем к грузу. Идея, или нет? Мне нужна аптечка. Ульян, тебя коцнуло. Ты капкан поймала? Нет, я упала. Ой. Так можно было? Да. Куда мы идем? Блин, да я не знаю, я должен... Ой, это так, что вот валяется? Вышечка. Вышка, что-то вышка, другое. Погоди, вышка. Смотри. А, все правильно. Да, здорово, очень здорово. Сейчас возьмем. Если что, я пришла к магазину, поэтому... Блин, Ульян. Что? Мы около вышки. Ну, извините. Где-то здесь должен быть груз, правильно? Около вышки прям. Нам срочно нужно найти тот лутецкий.
Ну где его искать, блин? Как думаешь, в какую сторону идти? Я а очень плох. Покажи мне карту. Давай пойдем сюда. Ёж, ну карту покажи, я бы сказала тебе. А ты догони. Стойте, а вы идете от магазина или к? Ну, о, Ёж, стой! О, привет! Привет! Тут что-то написано. Мы нашлись. Нашли. Что? Солнце не забывает. Не забывает? Что это значит? Блин, ну я не... Пойдемте на вышку, посидим там немножко. Или думаете, нас там убьют? Не, Ёж, мы оттуда пришли, ты куда идешь? Мы там были. Да. Блин, пойдем обратно. Вот сюда, вот здесь еще вот не были. Пойдем на вышку, пойдем на вышку, пойдем на вышку. Думаешь, это хорошая идея? Знаете, вот что радует, так это то, что у нас бесконечный фонарик. Да, да, я тоже об этом уже говорила. Что? Найдите генераторы и почините. О, я его видела. Я его тоже видела. Ну я, так, в принципе, вышки... Ёж, я могу привести нас к генератору? Подожди, подожди, вот посвети мне на карту лучше. Ага, ну это просто... Ну просто мы идем по дороге, а потом налево, а потом направо, и будет генератор. Налево и направо около этих... Спасибо большое, кто это светит, спасибо большое. Налево и направо около... вот этих фонарей. Вот... да, фонарей. Пойдем, что, сразу идем? Да, да. Ну, давайте, да. Я не шифтую, внимание, да, я не шифтую. Как только я вижу хотя бы кого-то, я разворачиваюсь и как шифтую со всей дури. По идее, здесь где-то налево, если будет здесь поворот налево. Стойте, а был уже поворот налево, нет? Не уверена, мы дальше шли. Да, как будто бы подальше. А то карта совсем бы была какой-то маленькая, нет? Ну ладно. Ну тут эти тропинки. Ну может ты и права. Такие. Так, ну давайте тут налево, допустим. Тут тоже нельзя далеко. Да ёлки. Где я? Где мы? Да уже куда идем, туда идем, что-нибудь. Ребят. Идем. Что? Да ходит, ребят, конечно, где он? Тут. Ну где-то. Ну, звук, звук просто да, был. Да, да, был, был. Звук был сейчас. По-моему, мы слишком далеко по этой тропинке. А, ну вот, подождите, вот сейчас будет налево поворот. Сейчас будет налево, смотрите. Сейчас обязан быть поворот налево. Да может уже направо пора? Да нет, мы все еще налево не повернули. Да блин! Ну, значит... ну что такое? вот тут, смотрите, можно что налево. А это что? Пойти. Ой, смотри, смотри, беседка. А вот это есть у тебя на карте беседка? Сейчас, подожди. Ну, это не он. А вот эта, которая слева такая, вот это она, да? А ну-ка, еще раз. Я не понимаю. Да мы не могли дойти сюда. Так, не двигайся. Не двигайся, я посмотрю. Мне кажется, могли. Мы просто прямо шли. Ну, мы прошли всю карту. Так, мы шли прямо от радиовышки. Да. Ну, а, вот то есть мы не в ту внизу. Сторону, вы хотите сказать, шли? Мы вот так шли? Возможно, да. Мы не в ту сторону шли, ребят. А как теперь отсюда выбраться-то нафиг? Ну, просто прямо обратно, наверное, нет? Нет, не обратно, пойдемте дальше. Ну, типа, давайте налево от этой штуки. Да, налево от этой штуки. Пойдемте вот сюда вот, так мы в тут эту пришли. Сторону. Так мы обратно идем. Да. Да ладно. Дальше идти. Мы пришли, и она была справа. Нет, не надо уходить, вот здесь. Что? Фух, я поняла, о чем говорила Ульяна, что вы не видели человека. Он появился, а потом исчез. А вот тут развилка. А, так я об этом говорил. Смотри, Ёж, развилка. И чего? Ну, не знаю. Там, господи, бот какой-то идет. Там 13 секунд, кстати, осталось. Отлично. Мы можем пожить. Это не тот дом, в котором я была. Вроде. Ой, там крыски. А мне кажется, я здесь была. Ой, ура! Наорал. Так, подождите, хижина это. А, вот это слева снизу она. Да. Все правильно, значит, я сказал. Так, магаз. Там обратно? Это... Ну, давайте в сторону магаза. Там где-то должен быть генератор. Потому что там да? надо. Да. И в целом мы где-то будем пробегать, вот по правой стороне должны пробегать. Вот этот лут. И я думаю, что я смогу взломать даже его, кстати. А у тебя есть инструменты? Потому что мы, ну, две цифры. Нет, две цифры мы знаем. Третью подобрать несложно. А их точно три. Ну, вроде бы, да. А их три вроде. Да. Ой, ребята, я пещеру нашла, А зачем тебе пещера? А нам не нужна пещера? Не знаю, не думаю. Нам нужен лут, и нам надо починить эту штуку. Блин! Я... Вот, исчез. О, подожди, вон. Это же она? Нет, это фургон какой-то, нафиг. А там не может быть. Давай посмотрим, что там. Подожди, это лут или не лут? Солнышко. Что там было написано? Солнце... Что-то никогда не забудет. Не, типа да, того. Не забывает что-то такое. Ну тут солнце. Ребят, зря мы сюда пошли, я не помню, куда нам бежать теперь. Ну, куда-нибудь уже побежали. Ну, на карте нет этого фургона. Вот жесть. Ну, потому что никто не отмечает фургоны на карте. Они движутся. Как это?
А, да. Ну да. Вот надо было нам пойти, полезть в ту штуку. О, снег. Вот. Что? Смотрите. О! Ура! А, это мы тут видели эту девочку, да? Да. Да. Так, а как тут починить-то все? А, вот, чиню. О, мышь бегает. Ой, мышка. Браво. Все? Буквально. О! Мышь. Ура! Ребят, все, ночь. А что, нам надо еще что-то сделать? Что за задание? А пофиг, я вот так вот. Никаких заданий, пойдемте вот сюда. А, бежим, ребят, он сзади. Настоящий. Он? Блин. Господи. Вроде оторвались. Ну, возможно, не сильно. О. Ага. Я его не вижу, по крайней мере. Господи. Ой, господи, господи, что ж так страшно-то, а? Ульян, Ульян, ты нас видишь? Да, я впереди тебя. Я тебя не вижу. Опять меня напугал этот. Он настоящий, он сзади, ребят, бежим. Бежим, бежим, бежим. Бегите. Да, я вижу, мама. Господи. Нет. А шифт-то закончился. Ульян, ты как? Пока нормально. Где чувак, кстати? Вроде оторвался. Он медленно бегает. Ну хорошо. Блин, а как интересно, от него можно спастись? Вот я не понимаю. Свет, интересно, его убивает? Шифтом. Да, просто беги. Так шифт же заканчивается. Опять беседка. Так, опять мы у этой лачуги. Точнее, не лачуги, ну, короче, вы поняли. Господи, боже мой! Он рядом, Ульян, не туда. Господи, вот я вижу его, убегаю. Пещера. Я в пещеру. А как? Присесть как? Нельзя! Убегаем тогда наверх. Понял. Нам капец, ребят. В рассыпную! Нет! Где чел? Мы же не найдемся. А я не вижу чела. А я вас не вижу. Он передумал. Закончилось. Нормально, я нашел. Да блин, он опять вот здесь. Ладно! Ой-ой-ой, убегаем, ладно. Вон опять этот фургон, блин. А сколько можно? Слушайте, а давайте на радиовышку, вон она прямо. Не-не, он поднимется, мне кажется. Давайте попробуем. Господи, блин. Ой-ой-ой, лан-лан-лан. Да я не могу, у меня шифта нет. Ой-ой-ой, лан-лан-лан. Я убегаю в другую сторону, чтобы он к вам не пошел. Да давай к нам, нет, ты чего, давай. Так радиовышка, мне кажется, он не поднимется. Да поднимется. Давай. Везде. Давай попробуем. Я не могу, давай попробуем. Попробовать. Да нет, ребят. Ну вы поднимайтесь уже. Сейчас, давай его загрю. Да не надо, нормально, его. Нормально, сейчас. Поднимайся. Поехали. Че, он поднимается за нами? Да! Да, он поднимается за нами. Ой, я спрыгнула, ударилась. Ай. Мама. Уходим, Ульяна, уходим. Уходим, Ульяна. Осторожно, тут капкан есть. Ну, может, собака. На капкан его потянем? О, а давай. Еще? А еще чуть-чуть? А слышь? Ой-ой. Ульян, ой-ой, сама не попадись. Он будто бы так, его... не работает. Есть, получилось! Валим, нафиг отсюда. Минута, меньше минуты осталось. Давайте просто пока пешочком, давайте, отлично. Ульян, давай, музыка кончилась. Музыка кончилась. Хорошо, ой, как здорово. Ну, вон там, я вижу там эти глаза. Фух. Да, он за нами все еще. Он бежит. Побежали дальше. Все хорошо. 26 секунд пожить, ребят. Давайте. У нас получится. Давайте направо, да. Вот сюда, вот к фонарику. Давайте. Господи, да зачем он это делает? Ульян, есть шифт, надеюсь. Нет, я. Да, ну чуть-чуть. Парочка секунд, он давай, подержись. Скример, немножко. Блин, пускает. 8 секунд. Ай, собака ты такая. Я его подержу, если что. Все хорошо. И до свидания. Иди отсюда, ты. Ага. Все, а нам надо с магазином? Давайте по-быстренькому найдем лутецкий. Я не знаю, где этот лут. Который раз. Ну, магазин у нас за спиной. Мы опять где-то около этой, блин, машины. Да машина достала, реально. Да. А где этот лут находится? Ты не помнишь? Да я не знаю. Ну, на карте я-то его вижу, но... Да, ребят, в самом начале своего маршрута я натыкался... Какой-то, что это за дом вообще? А, вот там, кстати, глаза были, по-моему. В самом начале маршрута я натыкался на этот лут, но что-то пошло не так. И я его больше не могу найти. Это вот какой-то домик. Большой? Да, какой-то дом. Ну да, вроде даже человеческий такой хороший. Меня там покусали. Это сейф-зона или нет? Да нет. Вообще не сейф. Дом один написано, когда заходишь? Да, да. Ага. Вот там меня и укусили. Вообще странно так. Это как ты? Куда это? Как я вообще сюда дошел-то? Не туда пошел. Все, ребят, короче, да, действительно прикольная, но сложная игра. Я думал, это будет похоже на Икею, но это
не знаю, на что похоже. Так что на сегодня, думаю, будем заканчивать. Если вам зашло, можете написать об этом в комментариях, и мы сюда вернемся. А на сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, на колокольчик нажимайте. И всем пока. Пока. Пока.